Так, дружно и шумно дети встречают Татьяну Ветрову. Она уверена в профессии воспитателя. Главное – любовь. Детей обмануть невозможно. Общение происходит на уровне эмоций. Они чувствуют все. Сами же дети отвечают ей взаимностью. Она очень хорошая и всегда с нами играет во всякие настольные игры. В день воспитателя мы очень ее поздравляем. С праздником, с день воспитателя. Рассказывает очень интересные книжки. Добрая, красивая. Это всегда это хочет почитать нам. Всегда уговорит спать. Играем, рисуем. На столе игры еще играем. На столе цветные карандаши, мелки, краски и песок. Идет урок рисования. На белом полотне расцветают осенние пейзажи. Татьяна к делу относится основательно. Даже дома думает о своих воспитанниках. Разрабатывает новые программы и занятия. Педагогической деятельности она посвятила более 15 лет. Каждый раз, приходя к детям, Татьяна несет что-то новое. Ведь воспитатель должен постоянно держать руку на пульсе и развиваться. Помимо работы, Татьяна увлекается мультипликацией. Она сама создала мультфильм «Математический теремок». Современные технологии, они сейчас везде. Компьютеры, интерактивные доски. Я могу создавать игры для интерактивной доски. И это мы используем. Да, в нашем саду есть интерактивная доска, есть проекторы. Мы можем сами делать презентации и показывать детям. Мы развиваем детей всесторонние. И музыкальное воспитание здесь дети получают, и эстетическое воспитание. Учим видеть красоту природы, красоту окружающего мира. Большую часть времени дети проводят именно в детском саду. Приходят, идут на зарядку, завтракают, после чего отправляются на подготовительные занятия. Потом прогулка, обед, дневной сон, ужин и так весь день. По мнению заведующей Елены Барениной, в детском саду случайных людей нет. Здесь работники кухни, няни, прачки, воспитатели трудятся на благо подрастающего поколения. Они у нас замечательные все. Каждый из них – это какое-то звено в цепочке. То есть свою работу мы не представляем без помощника-воспитателя, без повара, то есть без прачки. И сегодня мне хотелось бы поздравить всех дошкольных работников с праздником, пожелать им, конечно же, здоровья, успехов во всех их творческих начинаниях, благополучия. Пусть детки их любят, родители уважают. И чтобы, приходя домой, в их глазах была не усталость, а осознание и радость за то, что они не зря выбрали эту праздник. Воспитатель – это не профессия, а призвание – это когда чужие дети становятся родными. Татьяна каждый день отдает частичку себя, помогая мальчишкам и девчонкам познавать этот мир. А они всегда отвечают взаимностью. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город».